Всем привет, с вами Александр. Сегодня у нас на обзоре Mercedes E-класс. Не поверили? Мазафака, просто проедь, Mercedes, ты чё, что ли, ёпта? Ну, на обзоре, значит, M-Grand E-C7, или просто M-Grand 7-ка. Шеф, в Париж. Немножко напоминает, если так закрыть, Kia Magentis. Если вовремя все менять, то машинка служит очень долго. Самое главное после покупки машины — заменить все масла в коробке, в двигателе, чтобы не было никаких проблем. Для проверки эргономики в салоне поиграем в такую игру. Я буду называть какую-то кнопочку, а ты будешь искать, где она находится. Чудово. Ну как, машина для девушки. Где тут может находиться? А, чисто конкретно женский взгляд. Ну ладно, на самом деле вот все и с подсветкой. Очень классно сделаны стеклоподъемники. Вот этот угол наклона очень удобный, когда едешь. Стекла у нас автоматические, но не до конца. То есть опускаются они полностью, а вот поднимать их нужно вручную. По фарах. Фары у нас тут стоят линзованная оптика. В отличие от остальных азиатов, светит довольно-таки неплохо. Ник у нас электрический, открывается либо с кнопки салона, либо с кнопки на брелке. Влажник у нас электрический, открывается либо с кнопки на брелке. С кнопки на брелке. Не открывается с кнопки на брелке. Самая большая проблема — это лакокрасочное покрытие. Очень быстро царапается. Вот эти стоечки у нас ржавеют через годик-два. И хромированные накладочки, они могут стирать. Стоечки, они ржавеют через год-два. Ну так, в принципе, еще хром. Еще раз. Девушка, а можно вас на секундочку? Мы про машинку вот спрашиваем, можно? Ваше мнение. Как вам вот машинка? Ну, с виду довольно непогано. Мені подобається. Как вам передок? Непогано, але цікаво, як вона вперед. Довольно-таки большой, где-то там около 500 литров. И проведем тест багажника. Держи. Опа! Ой, держи ты меня! Ну, в принципе. Тут справді дуже широко відкривається, тобто дуже комфортно. Так, став, вийшов. Давай, аккуратно. Давай, ты смотришь. Давай. Три тонни. Нереально, скорее. Сейчас проверим, как натяжители работают. Работает. Прошу. Дуже класний подарунок. Кстати, він ще й розбирається. Ну, можна якось так. Ну, женський, дай по сигналу. Куда, козел, едеш? Куда? А ну! А чого він тут тривий? Козел. Ну, в принципі, сильно не надо. Ай, це буде прикольно так в кінці там. Вот на этом тест закончился.